Короче говоря, школа. О, нет, что это за еще один дьявола? Капец, уже что, 1 сентября? Сегодня же мой первый день в школе, а я совершенно не готова. Нужно быстро собираться. Так, ручка, карандаш, тетрадка, еда, рюкзак, прическа. Все, я готова. Сейчас я пойду на свою первую линейку. Как же не терпится. Давай, становись на линейку. Боже, с кем я живу? Ладно, и так сойдет. Начался первый урок. Мне так понравилось, потому что он не загрузился, а я перекусила. Второй урок прошел не так весело. Класс. Без вкусняшки не работаю. Что за... Вот это я понимаю, сервис. Дальше была литература, математика, физика, шизика, английский, китайский, суахили. Немноговато для первого дня? Фух, ну вот и все, наконец-то можно отдохнуть. Да ладно. Короче говоря, школа. Поздравляем первоклашек и сочувствуем всем остальным, кто сегодня пошел в школу. Ну вы держитесь там, ребят. А мы хотим передать привет девочке-солнышку Соне с канала Софи, очень классным девчонкам Камиле и Леле с канала Dogs and Girls, а также их милым песикам Дельфи и Мишель, талантливой девочке Даше с канала Дашулька Тойс, загадочной девушке Кристине с канала Миссис Кристис, Антонине, Вячеславу и их любимой питомице Сильви, а также каналу Елена Мудреная Кулинария.